Накануне в районе 10 вечера Nissan Skyline не справился с управлением и врезался в столб. Водитель иномарки был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, у него повреждены легкое, сломанные ребра, есть черепно-мозговая травма. Как сегодня стало известно, молодого человека уже прооперировали, он получает необходимое лечение. Это местный житель из села Молдовка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.